тебя снимают, и ты попадешь на Евровидение. Знаешь, что такое? Нет. А в Америку попасть хочешь? Да. Ну вот тогда попадешь в Америку. Тебя зовут Настя? Да. Сколько ты знаешь теннис? Сколько лет? 3 года. Знакома с теннисом? А сколько тебе лет? 10. А ты что, разве в 7 лет только начала? Мне сказали, что ты 2 года уже играла в теннис. В 7. Точно в 7? Да. Я тебя с пристрастием буду спрашивать. Если скажешь точно, тогда получишь конфету. Хочешь конфету? Да. Так, тогда говори, сколько? 7 и сколько месяцев? И 4 месяца. И 4 месяца. Уже выдавили немножко. Так, хорошо. Ты учишься хорошо в школе? Да. Ну, это для нас плохо. А ведешь себя хорошо? Да. Это еще хуже. Нам надо, чтобы ты была такая, или мама-папа вот то, да? Вот это мама-папа? Мамочка. Значит, нам надо, чтобы она была разбышака, чтобы по поведению было 2, чтобы училась плохо. Ну ты понимаешь, что я шучу, да? Да? Точно понимаешь? Ну раз понимаешь, тогда давай мне ракетку, иди туда, берись правой рукой, раз ты правша, и... Пробеги, пожалуйста, вот эти, вот этот отрезок. Вот так, чтобы понятно было, что это Сидоренко. Бежит по сравнению с тем другим очень хорошо физически подготовленный спортсмен маленький. Вы заметили? Есть сила в зъебателях, разъебателях, во всем абсолютно есть сила. Бежит плохо. В каком смысле? По скорости она может бежать быстрее. Но видно, что она может бежать быстрее. Иногда мы смотрим вот. Хочет девочка гораздо больше, чем она, аж вытягивается подбородок, она не может. Это может, но бежит пока не так быстро. Хорошо, давай короткий отрезок пробить. Давай наш теннисный отрезок. Вот здесь финишная ленточка, или вернее, вот здесь вот. Короткий мяч опускается, и ты его должна достать, догнать. Нет? Только не так, немножко вот так. Внимание. Хорошо. Так, давай бери, разомни плечо, руку перемещи. И давай бросим мяч. Вова! Вова! Подачу подавать вот так. Так, ты же с места. Вот так. Бросай, как подачу. Так. Тебе сколько лет? И ты так слабо бросаешь. На тебе мяч. Ты должна добросить до Вовы. А ну давай добрасывай. Ну вот это лучше. Уже рядом. 100%. Но ты стоишь, как перед немножко разверни плечи, разверни их. Понятно? Разверни плечи. О, разверни. И епа! Ну почти. Так, о, дай мне пару мячей. Поиграемся. Ты же знаешь, как я играю? Как? Буду обманывать. Ну а что ж ты? Ну, ну.
Да. Ну! Ну! Сколько ж тебе кричать, ну? Так, так, лови, лови, лови. Лови хорошенько, кидай. Растеряла. Вот, 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 вот. Давай, бери мяч, я не буду за тобой подбирать. Еще. Вот. Давай, 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 мяч горяч. Вот, выхватывай. А вон уже, опоздала. Давай, давай. Вот. Так, нормально, ладно. Бери ракетку. Устала? Нет. Бери ракетку. Восстанови дыхание. Дыши открытым ртом. Тебе никто не говорил, что вот так сжимать нельзя. Губы, зубы. Открой рот и дыши, как дышится. Так, пожалуйста, Володя. Начинаем. По всей площадке. Абсолютно стопроцентная ваша ошибка. Готовься к удару, вы обязаны говорить. А танцуй и прочее, мы 150 раз говорили, что нужно подходить мягко, нужно подходить готовясь, но не вот так вот, вот как сейчас она это делает. Ее состояние эмоциональное еще передается на то, что ноги как-то работают, значит, нужно ее успокоить. Подходи, если надо, но не сразу же начинай танцевать ногами. Это первое. Второе. Смотрите, у девочки все более или менее интересно, кроме одного, что неправильно абсолютно. Движение все-таки достаточно куцое. Его нужно расширить при ударе, при сопровождении мяча. Потому что ракетка очень рано идет сюда. Я уже говорил как-то кому-то другому. Очень рано. Она не проходит, ракетка с мячом, дальше. Она обязана туда пройти. Девочка должна направить, стань сюда. Все делается практически правильно. У нее сложная хватка такая закрытая. Она вот здесь вот идет к мячу и сразу же сюда кидает ракетку.
а ей нужно вот чуть-чуть продвинуть ее туда, понятно это, да? Вот тут сразу, вот за это движение. Понятно, что я говорю? То я говорю и тебе, и тренерам, которые говорят, то есть ты должна дальше головку ракетки, струны протянуть вместе с мячом вперед. И навстречу мячу, естественно, впереди себя пошла. Хорошо, нормально. Еще. Вот она смело идет на мяч, ударяет по восходящему. Это большой плюс. Смотри на мяч и спокойней. Смотри. Смотри на мяч. Ты суетишься немножко. Папа! Что ты взял такой? Понятно? Спокойней. Так. Уже. Давайте еще раз справа кросс, а потом справа по прямой. Нет, кросс по диагонали. Смотри. Повторяю, впервые девочку вижу у нас, которая играет по восходящему. Это здорово. Причем сама. Раньше. Что я все время говорю, уже пошла, так, уже, еще кросс, самое, что ты делаешь, что впереди, то же самое, что ты делаешь, что впереди. Второй. Ага. Видите, да? Еще раз. Мяч летит вот в этот район, вот это уже все. Как бы он ни летел там не так быстро, но здесь сыграть очень сложно. Естественно. Поехали еще. Кросс. Кросс. Так.
мы играем хуже, намного хуже. И почему? Плечи разворачиваются мало. По прямой ты вот так вот туда смотри, смотри. А плечи нет, смотри туда. Туда смотри, а плечи ты туда. О, как классно плечи. А ну давай. А ну плечи, плечи. Раньше удар. Плечи были нормальные. Уже. Вот сейчас хорошо. Раньше удар. Уже. Так. Уже. Так. Пошла на уже. Опоздала. Ничего. Значит, понятно, да? Понятно. Давай плечи туда брось. Брось плечи. Убери себе площадку для этого. Так, иди назад, и, пожалуйста, разыграй мяч и уходи в свет. Посмотрим. Ты умеешь все это? А любишь? Или любишь больше? Смотри еще раз, смотри, ты должна
встать. Встань сюда. Вот ты стоишь, вот ты ждешь мяч. Вот. Летит мяч под правую. Вот ты. Делаешь замах. Вот. Повторяю. Вот. Вот ты делаешь замах. Вот ты делаешь замах. Вот ты делаешь замах. Вот ты делаешь замах. Это я говорю и вверху, и в средней точке, и в нижней точке. И дальше из замаха. Вот ты делаешь замах. Шагом вперед. Все. Вот он. Сделала замах. Шагом вперед. Все. Сделала замах и шагом вперед. Все. Проимитируй. Покажи. Ты смотри на мяч, не на меня. Вот тут, туда никуда не идет. Вот тут ты останавливаешь ракету. Вот тут. Так, пожалуйста. Стоп! Все! Больше ничего не надо. Делает правильно, но там она не может сыграть даже правильно. Так, давай подальше. Перемести. Спокойно. Подальше у тебя более-менее приличная. Еще. Снабжай ее мячами. Тоже нужно делать, что мы не деревья. А потом она, кстати, правильно, что самое главное. То есть главное, она делает правильно для своего возраста. Но вот это вот все никому не нужно. Тем более ей. Она крепкая девочка, у ней крепкая кисть, я же это все вижу. Она может сделать спокойно не сюда и не туда, а сюда и потом вложиться. Понятно, да? Ты вот, есть ракетка, подними ее как-то. Это будет первая фаза. Подними ракетку и подбрось мяч. Вот это первая фаза подачи. Подбрось мяч, развернув плечи. Подбрось мяч и подними ракетку. И потом, когда ты подбросила мяч, впереди себя ударь. Войди на него. Проимитируй. Проимитируй пару раз, вот как я показывал. Еще раз, давай вместе с тобой. Боком, вот. Раз, подбросила мяч, ну, ты подбросишь. Раз, а потом два, и все. Проимитируй, и потом еще раз. Возьми, возьми мяч в руку. Значит, вот смотри, она имеет хороший суперэффект. Я уверен, что она сейчас подаст так, как я примерно показал. Значит, еще раз повторяю, смотри. Раз, смотришь на мяч, и сверху вниз, удар. Отлично, только мяч подбрасывать нужно 1000 раз в день, чтобы выработать точный. Важно и очень трудно. Так, встань сюда, не просто здесь, видите? Вот так встань.
Еще раз. Смотри. Раз. Два. Раз. Отлично. Вот уже нет этого тра-та-та. Посмотри, как она пошла. Вот и все. Только. И раньше бей поменьше. И тогда, когда мяч опускается, а когда он только поднимается, ты бьешь по восходящему с отскока. Также вот мяч поднимается, ты его бей. Ну, пробуем. Низко мяч подбрасывай. Чуть выше. Чуть выше. Чуть выше. Смотри. Свободнее, свободнее. Раз, два. Раз, два. Давай. Отлично. Еще. На два. Раз, два. Раз. Раз, два. Отлично. Понятно, да? Так, смеш можно ударить. Давай, смеш умеешь? Кого попадешь? А? Ну давай. Вот вам, пожалуйста. Она так, точно так же должна подавать. Только единственное. Вот сначала сюда. Не вот так. Вот так. Понятно? А ну, кинь ей. Удобно. Все. Вова, когда я говорю слово удобно, идти на мяч раньше, чем он прилетит к тебе. Нужно вести ракетку и бить впереди себя. Навстречу мячу. А ну давай. Пошла! Пошла! Так, теперь повыше можно. То есть ты есть скоро что-то будет. Повыше. Пошла! Хорошо, молодец. Прыгнула. Подойди ближе. Ближе. А ну прыгни. Так, прыгнула, но не попала. Да, была. Смотри, давай, смотри, отходишь, отходишь. Прыгай. Смотрим за этой девочкой внимательно. Пожалуйста, через, я знаю, полтора месяца смотрим ее.